Церемония по традиции началась у мемориала сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, отдавшим свои жизни ради нашего спокойствия. Помним о павших, заботимся о живых. Сегодня много добрых слов было сказано в адрес людей, чья служба действительно и опасна, и трудна. Мои самые искренние поздравления личному составу, пожелания добра, здоровья, благополучия в ваших семьях, личная благодарность каждому из вас за то, что вот несмотря на сложные условия несения службы, вы с честью и достоинством продолжаете обеспечивать охрану общественного порядка. Почетными грамотами и медалями за доблестную службу были награждены лучшие сотрудники Оренбургской полиции. И, конечно же, сегодня чествовали ветеранов, людей, которые посвятили свою жизнь этой нелегкой, но благородной профессии. Разрешите также пожелать вам всего самого наилучшего, добра, здоровья вам лично и вашим семьям.